своими глазами. Компания Air Moldova объявила об отмене еще 6 рейсов. Это рейсы в и из Италии, Грузии, Турции и Ирландии. Так были отменены рейсы на период с 19 по 20 апреля Рим-Кишинев, Тбилиси-Кишинев, Стамбул-Кишинев, Кишинев-Тбилиси, Кишинев-Стамбул, Кишинев-Дублин. Отметим, что во вторник, 18 апреля, были отменены еще 6 рейсов, выполняемых Air Moldova.